в дальнейших шагах Российской Федерации в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Как известно, несколько лет назад Соединенные Штаты под надуманным предлогом вышли из этого договора и объявили о том, что они будут такие ракетные системы производить. А мы в 2019 году объявили о том, что мы не будем их производить, эти ракеты, и не будем их размещать до тех пор, пока Соединенные Штаты не будут размещать этих систем в каком-то из регионов мира. Сегодня известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения, в Данию. И вот совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Неизвестно при этом, вывезли они оттуда эти ракеты или нет. В любом случае, нам нужно на это реагировать и принять решение о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше. Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем. И затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решение о том, где, если это потребуется для обеспечения